Материал, который вы сейчас увидите, снял наш телезритель из Дзержинского района Михаил Лобановский. В их доме по адресу 51 Гвардейская, 27, по словам мужчины, уже второй месяц нет горячей воды. В управляющей компании жителям отвечают, что на магистрали образовался прорыв, и его устраняют. Однако никаких работ на теплотрассе люди не наблюдают. Жаловался также Михаил и на неубранный двор, а также плохое состояние своего подъезда. Впрочем, сейчас вы сами все увидите в рубрике «Народный репортер. Проблемы города глазами волгоградцев». Вот 51-я Гвардейская, дом 27. Я же второй месяц пошел, нету горячей воды. Вот территорию у нас не убирают. Деньги берут за капитальный ремонт, за уборщиков. Перед выходом лужа. Проводка ставлена. Потолки протекают. Холодная вода. Горячей нет. Если вам есть о чем рассказать, присылайте видео в рубрику «Народный репортер» на почту нашего телеканала 2@tv@mail.ru.